Добро пожаловать на канал Hardresd Info. Перед нами устройство Motorola DeFi. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в режим Recovery. Итак, для начала нажимаем и удерживаем кнопку питания. Нажимаем выключить. Ждем, пока телефон выключится. А затем одновременно нажимаем и удерживаем кнопку питания и уменьшение громкости. Нажимаем на кнопку уменьшения громкости, чтобы спуститься вниз, и нажимаем на кнопочку питания для того, чтобы войти в режим recovery. Ждем еще пару секунд. Нажимаем и удерживаем кнопку питания, нажимаем и отпускаем увеличение громкости, и отпускаем питание. Вот и все, мы с вами попали в режим recovery. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.